Доброе утро, друзья. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Да, Кузенька? Секрет, куда мы с тобой идем? У нас сегодня такой холод на улице. Просто жуть. Я иду. Знакомая мне везет. С Рогачева еще. Дельфиниумы белые она мне привезла. Неделю они стояли несаженные. Посадили наконец-то мы их. Теперь она мне везет розовые дельфиниумы. Ну вот, чтобы ей не таскать их, я ее сейчас встречу автобусы, заберу у нее. Ну а мой любимый везде со мной. Да, Кузечка? Ну, лапка все равно у него болит. Такие-то вот дела. На улице у нас сегодня холод ужасный. Иду в куртке. Но и в ней мне, скажем так, не жарко. Что так? Вот такие вот у нас здесь анютки растут. Мелкие, но красивые. Да, котя моя? Не бойся, не бойся. Тут его как ударил, так он у меня бедненький. Так никак, прям шарахается от каждого звука, даже дома. Если где-то грохнул. Ну, сирень у нас еще продолжает вон цвести. Это около соседнего дома. Это синее. Ой, белое. Сиреньки начинают распускаться. Белый куст. Вот мое сопровождение. Сейчас блин, дорогу переходить, как бы он за мной не пошел. Ну, это вот такие тут бочонки. Вот и у них тоже насажали цветочков. А я еще на огороде бархатцы даже не посеял. Сирень, конечно, в этом году так долго цветет. Обычно она 3-4 дня. И на этом все заканчивается. Но это цветет и цветет и цветет. На обгон пошел мой котя. Вон ирисы тут так цветут. У меня под окном еще только набирают бутоны. Леники желтые тоже вон бутоны набирают. Там вдалеке уже цветут. Идти мне туда неохота далеко. Вон. А эти вот только набирают бутоны. Все, всем спасибо за внимание, всем хорошей погоды, хорошего настроения, чтобы все у всех было хорошо. Ой, какой ветер, видишь?